Всем добрый день. Теперь порукодельничаем так точно. Сегодня будем с вами делать две пасхальные композиции. Первая композиция я выбрал для вас вот такое вот красивое кашпо в форме телеги. А вторая композиция будет вот в таком красивой, в такой красивой леечке. Начнем мы с вами по традиции с оазиса. Оазис мы режем вот на такого размера определенного, чтобы вложить его вовнутрь. Давай, плотно. По прошлым эфирам, да, помним то, что нужно плотненько укладывать его, чтобы он на соме не вылетал. И все, и можно уже потихоньку украшать данную композицию. Итак, для этого мы с вами будем использовать такой вот куличик. Данную форму можете приобрести в магазине «Мир мыла». Комплексная реклама. Вот такого вот Петю петушка. Так, я думаю, еще мы с вами сделаем вот с такими вот. Это как петушку его. А? Это дети петуха. Да, да, да. Да. Чтобы удобнее было палочку насадить на мыло. Палочка мыло не нужна, ночью. Слишком длинная, поэтому делайте шпажку. Под размер оазис, чтобы он дошел. То есть толщина оазиса у нас была небольшая, поэтому мы шпажечку немножко обломали. Так. Напоминаю, что мы вставляем шпажку не острой стороной в мыло. Мыло желательно, чтобы было не свежим, хотя бы 2-3 дня полежало у нас. Оно будет более твердым. И шпажка будет плотнее заходить в мыло. А почему не острой стороной, напомню? Чтобы мыло не слетало. С острой стороны оно будет хуже держаться, скажем так, слетать. Оазис оборачиваем в пленочку, чтобы он свои микрочастицы не сыпались, они было все у нас, мыло может испачкаться, поэтому всегда оазис оборачиваете в пленку. Яйца тоже не шпажки, да? Угу. Да. Все крепим так, чтобы не вылетело. А теперь мы с вами начинаем процесс украшение, декорирование. А ее крепим на что? Можно ее, Леш, смотри, подожди. Нет, я ее сейчас поставлю, а потом мы ее закрепим. Она должна держаться за счет того, что цветы вот будут. Так, угу. Сделаем. А такую тележечку где можно взять? Ага. Спрашивают, где тележку? Да. У нас. У вас есть такая тележка, да? Завтра появится на сайте. Берем проволоку, все цветочные, которые соцветия вот вы делите в букете, прикручиваем на проволоку и уже ее вставляете. Проволока идеально заходит в оазис, больше ничего не требуется.
дорога это в районе 15 минут. 15 минут? 15-20 минут. Осталось закрыть как бы вот с этой стороны полости, да, и, в принципе, композиция уже готова. Все на полке, да? Себе домой такой на подоконник поставим. Нравится, как вам получается? Да. Вообще, да? Ну, на самом деле, это вообще полная импровизация. Ну, то есть мы сюда приехали с этой телегой, и я абсолютно не промыла. Очень понятно, ты приехал. Как это делать? Что делать? То есть, ну, композиция рождается на глазах. Это совершенно не спланированная какая-то композиция. Сколько ты его уже не пропьешь? Ну, вот как-то так. Класс, Лёш, молодец. Ну, получается такая вот композиция. Давай нам лейку какую-нибудь красивую теперь сбацать. Теперь ускоренный режим. Как это выглядит в сезон? Давай, представь, ускоренный что... режим, да, Леша, представь, что у тебя засекаем. Через 5 минут корзину купят. Также мы Оазис вставили в лейку. А здесь ты специально сделал, да, чтобы она выпирала, чтобы у нас было как бы шапочкой. Чтобы можно вставить было все декорации также и сбоку лейки. Так, цыпленочка и зайчика берем. Увеличить полезную площадь. Ну да. Минут, вся композиция готова. У меня ровно 10 минут записи. Верба настоящая. Она долго стоит, да, вот так? Год. Да. Она отдыхает, такая стоит. Я тоже хочу принять себе сам папочку. Женя уточняет, 12 минут. Наверное. Женя точно все знает, даже родство, говорит Хамасол. Ну вот, вот такая вот чашечка у нас с вами получилась. Красота какая. Получается три яичка, цыпленок и зайчик. Да. И тележку нашу. По-моему, без подготовки очень даже получилось. Вполне. Леженьку нашу.